Здравствуйте, на государственном телеканале Западной Армении. Очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Реакция турецкой прессы на новости из Западной Армении. 7 декабря 1988 года разрушительное землетрясение потрясло Армению. Смоковница в провинции Ван в Западной Армении дала плоды в декабре. США могут направить дополнительные войска на Ближний Восток. Почему Франция объявила, что Турция была среди основателей исламского государства? Габриэль Саркисян, чемпион Европы по быстрым шахматам. Турецкий сайт haberler.com новости сослался на трансляцию новостей из Западной Армении и выразил удивление, что некоторые географические названия представлены армянскими именами. В частности, Игдир, Ван, Багеш, Мардин, Адана, Трабзон упоминаются с их армянскими историческими названиями. Сайт сравнивает стремление армянского народа к исторической справедливости с голодной курицей, мечтающей о просе. Турецкие авторы статьи также отметили, что после завоевания Карабаха армяне смотрели на наши земли и, казалось, забыли, как мы отрезали уши их андроникам. Конечно, истории хорошо известны, турецкая наглость, такие конвульсии, поразительные свидетельства того, что большинство турецких правящих кругов и общества осознает, что история имеет привычку повторяться и момент расплаты приближается. С 1894 по 1923 годы турецкие правительства организовали и осуществили план уничтожения армян не только в Западной Армении, но и в Киликии, Арцахе и Баку. Более 2 миллионов армян стали жертвами этой программы геноцида. Ссылаясь на статью, размещенную на турецком сайте, мы допустим только одно исправление. Армянский народ подтвердил свои права в Арцахе, и следующим шагом должно стать освобождение Западной Армении. Другого варианта просто нет. А насчет отрезания ушей андроников – единственный героизм, на который способны турки. Это пытки армянских мирных жителей, талыша. Кстати, уши убитых армян были отрезаны. Или зарубить топором спящего армянского офицера и другие геройства. В кавычках. Каждый квадратный метр Западной Армении, а также Арцаха и Нахичевани – это Армения и точка. В заключение вспомним слова великого армянского поэта Ванесса Туманяна: «За 1000 веков стал лишь убийцей бывший людоед». 7 декабря 1988 года в 11:41 в Армении произошло сильнейшее землетрясение, охватившее всю северную часть территории республики с населением около 1 миллиона человек. В результате стихийного бедствия были разрушены дома 530 тысяч семей, погибли более 25 тысяч человек, около 19 тысяч стали инвалидами. Были полностью уничтожены город Спитак и 58 сел. Землетрясение частично разрушило города Ленинакан, Степанаван, Кировакан и еще более 300 населенных пунктов. Одной из причин большого числа жертв стало то, что разрушительное землетрясение, сила которого превысила 7 баллов, продолжалось полминуты. Землетрясение ощущалось в Ереване и Тбилиси и было зарегистрировано на сейсмических станциях мира. Хотя с момента землетрясения прошел 31 год, зона бедствия полностью не восстановлена. До сих пор 7 декабря является в республике днем траура, когда поминают жертвы землетрясения 1988 года. 20-летняя смоковница в саду одного из домов Ипейкулу Вана, Западной Армении, плодоносит в эту холодную зимнюю погоду, что удивило местных жителей. Смоковница, которая широко распространена в Западной Армении и не выдерживает холода и мороза, расцвела, дала плоды в Ване. В декабре обычно на этих деревьях не остается ни одного листа, поэтому плоды на дереве стали большим сюрпризом для всех. Соединенные Штаты могут отправить дополнительные несколько тысяч военнослужащих на Ближний Восток, чтобы справиться с опасностями, которые несет Иран в регионе. Заместитель министра обороны США Джон Рад вчера заявил в Конгрессе, что Пентагон с большой обеспокоенностью следит за действиями Ирана. В настоящее время на Ближнем Востоке насчитывается около 14 тысяч военнослужащих США. Дата отправки дополнительных сил пока неизвестна. Обвинения президента Франции были обнародованы на пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом. «Когда я смотрю на Турцию, я вижу, как она борется против наших союзников, координирует и работает с Даиш». Это не первое утверждение, но более непринужденное. Макрон уже назвал НАТО почти мертвым мозгом после военных действий Турции против курдских гражданских лиц в Северной Сирии. Слова президента Франции не сиюминутные. Это официальное обвинение высшей власти Франции и постоянного члена Совета Безопасности. В присутствии президента США французские сигналы будут сигнализировать об отношениях между Анкарой и ИГИЛ, которые не были словами без аргументов, и французские спецслужбы это хорошо знают. Они стали свидетелями жесткой позиции саудовцев, которые информировали Запад о своей позиции по поводу уловок Турции в создании исламского государства и беспрецедентных и жестоких убийствах в регионе. Важный вопрос. На каком основании Макрон взорвал свою бомбу против Эрдогана? 11 июня 2014 года мир был удивлен, обнаружив, что в Ираке и Сирии проявляется террористическая группа под названием «Исламское государство», такая как Талибан. Но на сей раз арабский Талибан, который с 2003 года возглавлял Заркави. У него никогда не было хорошо обеспеченного государственного устройства, границ, финансовых ресурсов.
Вы можете прочитать полную статью на нашем сайте. Армянский гроссмейстер Габриэл Саркисян выиграл чемпионат Европы по быстрым шахматам, который проходил в столице Эстонии, Таллине. Как сообщает Инфотека-24, Саркисян набрал 10,5 очков из 13 возможных и стал победителем чемпионата. В турнире по быстрым шахматам участвуют 450 шахматистов из 32 стран. Западная Армения поздравляет армянского шахматиста и желает ему новых побед. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию песню «Сирети Яры Старан». Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!